Блядь. Так. Блин, сзади. Там 2х. О, как тут воняет! Сзади! Боеприпасы. Не вовремя взял? Нет, ничего. Хотя бы тебе. Я вдали, все. Бегает, бегает, тут. А! Чит, два даже. Хасань выдуга, подозреваю. Я кидаю бомбу. Никого не зовет, но... Гони их наверх. Тварям не помешало бы время от времени вылезать на свежий воздух. Слышишь, что он сказал? Время от времени не помешало бы побывать на свежем воздухе. Рел, можешь чинить. Так, я ползуна сделаю. Ты сделал? Получается. Так, может пойдем... А, надо питание врубить. Что врубить? Где же деньги у меня уже есть на эту вещь? И нет, мне на... Чтобы оба получили мустанги. О, вы прожили 14 волн. 10. А, да, 10, я неправильно прочитал, нифига. Тоже так хорошо. Сверху! Вонючка! Кирилл! Я могу сделать хитрый способ, даже если нам... Нам все равно больше пространства. Окей. Как скажешь, золотой ты мой. Открой. Типа, чтобы больше пристался. Да-да-да. Если что, убежать и забежать. Да. Так можно сказать, это самая большая карта в Call of Duty, так можно сказать, да? Ну, пока что, да. Если хочешь, можешь взять, это очень хорошее. Быстро перезаряжаешься и быстрее бегаешь. Окей. Пока они нахер умнее для меня. Так, это типа ловкая струк, типа, да? Да, типа. А что это? Что мы только что подобрали? Не знаю, что-то. Но, кажется, тут... да-да-да, я понял, чем подобрали. Что? Угадай сам. Что? Больше зомби? Нет. Это невозможно. Их и так много. Сейчас куплю немецкий. Галео, у меня не было Галео, чат. Кидай бомбу. Кидайте им под ноги и будет ползун. О, ползуны. Потом понемножку убьем, ну, чтобы один остался. Так. Ползуны — это самое главное в этой игре. Но он быстрый ползун. Да пофиг. А, вообще зашибись! И тот вместе с ним. Нет. Фух, нам повезло. Пошли. Просто не убивай. Чини, я его буду отвлекать просто. Окей, я чиню. Пока все идет отлично, мы ничего не потеряли и только все заработали себе получше. Нет. Я убью вонючку. Они разделились. Ну да. Камни не видите. Он идет к тебе. Он идет. Сбага, я с ним. Коми! Паль на меня. Я красавчик, смотри на меня. Я настолько вкусный! Пока соли не хватает. Ложь перца, да. Может... Не покупайте немецкий. Есть хочешь. У меня 35 и 25. Не, ну мне... А, 35. Давайте посмотрим, если у него будут без... патроны. Да. Убиваем? А, чё? Иди сюда, ты должен в самую начальную тоже спуститься, там они. Почини. И там еще в центре они. Ну кому? Вон, наконец-то. Иди. Я его медленно к себе буду вести. И идти тогда чинить нашу начальную? Начальная и там, где в этот театр со мной. Да-да-да. Быстрее, потому что я буду... А, не, я буду перепрыгивать через него. А вот наши персонажи фотографии. Так, окей, окей. Так, так, так. В начальной починено все. Ну тогда иди в этот. Да, туда, все, иду в театр. Там дофига их не починено. Я через улицу пройду, окей? Да, иди как хочешь, я что должен. Что за херня за 10 центов? За 2000. А, пускай какие-то патроны нарисованы. Так, починено. Итак,
Так, никого здесь нету. Так, хорошо, хорошо, пока все окей. До хрена крови. Коробочку... Не, купить... Не, купить коробку? Ну, не советую, но если хочешь, можешь. Можешь попробовать на свою удачу. А дух не ножи появят. Ну, тоже можно, да. Они же очень сильные. Попробуй, да, а это до 14-го. Слышь, тут все починены, все. Да все полностью, да, давай, можешь коробку поиграть. Коробку. Ну, надеюсь, ничего плохого не будет. Так, не убивай его еще. Да я с ним прыгаю тут. Да-да-да, я потерял ее, они вот, окей. Сейчас найдем ее, найдем сюда, сюда. А, кстати, насчет коробки, она появляется каждый раз рандомно. Ну, рандомно это означает то, что непредсказуемость. Не, ее там нет, где я думаю. Я получил хорошее оружие, Г-11. Это автомат, вот, помнишь? Ну, он похож на дробовик, но это автомат. Такой средний, у него. Он похож на САС, дробовик. Да-да-да. Ну, убивай его. Если тебе надо. Молодец. Теперь мы прожили ровно 10 волн. Да, еще будет 11. Да. Ага, где ты? Собаки, я в театре. Я бегу к тебе. Спускайте собак! Да, там мы можем посидеть. Потому что собак тут еще возможно. Хочешь за 3000 можешь этот большой нож купить? Ну, на... Там... Пистолет. Да. На, трех стрел. И три выстрела. Собака это не убила, да? Бери, бери, бери! Перезарядись. Выжили? Да. Халявные патроны! Халявные патроны. Включаем свет. Какой свет? Ну, электричество. У нас уже врублено электричество. А это? Это ловушка. А как мы попадем к порталу? Туда наверх. Это какая-то хрень нужна. Не, на это врубите, как там, помнишь, главный компьютер. А где он, ты знаешь? Да, в самом начале. А, окей. Ну как всегда, в самом начале. Мне надо просто набрать самому тоже, я, блин, не хочу. А, ну да, ну чтобы мы сразу купили вместе. Ну и плюс будет хорошо, что. О! Обязательно! Больше бабла. Так, дорогие друзья, мы хорошо выживаем! Ай, помогите! Я бегу! Эй! Я нашел всех зомби! Ты меня шугнул! Кирилл! Я успел! Там как, жив? Давай. Вау, какая куча этих уродов. Взрывай. Блин, меня они просто взрывают. Они, блин. Я насколько... О! Лазу есть, не трогай его. Да, его. Да вот такая у нас куча мала, я сейчас не знаю, что говорить, потому что я занят зомби. И... Кирилл, ты их можешь поубивать, я отвлекаю. Зомби закончатся. Узина. У меня патроны кончились. Тут зомби нормальные. Мертвы. Я так. Отвлекай его, я погоняю этих. Да их двое тут ползуно. Нет! Их двое, Кирилл! Нет, я думал, что он сейчас взорвется, я это потому крикнул. Давай, активируй главный компьютер, у нас есть бабло. Я главный комп активирую, окей? Иди. И нажимай. Нажал. А где время? Нет, тут там. Поехали. Беги. Иду.
Только один провод разве? Не, мне кажется... А, не, да. Используйте один. Ли?